Всем привет, дорогие друзья! С вами Глеб Киевский. Друзья, не забывайте, что у меня есть группа ВКонтакте, на которой я выкладываю не только все свои видосы, но еще много чего интересного. Например, селфи с подписчиками, разные конкурсы. А так, напоминаю, скоро я буду предупреждать о начале записи на моей группе ВКонтакте. Это касается как Майнкрафта, так и Слезаю. Так что переходите, подписывайтесь, а также, это важно, дорогие друзья, следующее видео по Майнкрафту я выложу на YouTube, как только под этим роликом, который вы сейчас смотрите, наберется более 7 лайков. Так что переходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а мы с вами переходим к просмотру видео. Стоять, это ограбление. Так, какое ограбление? Я не понял, что там. Стоять! Кто-то раз... О, здорово. Сейчас, подожди, я пистолет возьму в руки. Какой пистолет? Всем стоять, это ограбление. Да ладно, какой пистолет? У меня какая-то коса. Ты что, и траву косил? Да, я траву косил только что. У тебя на двое. Ну, так какой это пистолет? Не умеешь ограблять. Как это? Но... У тебя только какой-то дом. Не умеешь грабить и все. Вот, смотри, как надо. Так, ты где? Всем стоять, это ограбление! Вот так вот надо, понял? Кстати, ты не задал вопрос. Ты, интересно, знаешь, куда, как я попался сюда? Ну, как? Через окно. Ты не угадал. А как? Через балкон. Через балкон? А, залез, типа, да? Ты чё, альпинист? Юный альпинист? Да? Ой, альпинист. Альпинист? Да, альпинист. Я понял. Ладно, да, короче... я не альпинист, я альпинист. Альпинист. Ладно, короче, ты видел вообще мой домик? Да, видел. Не видел. Если честно, то не видел. Ну и как тебе? В общем, да. Кстати, хочешь, я тебе кое-что прикол... Так, всё, ты куда-то пропадаешь. Хочешь, я тебе кое-что прикольное покажу? Да. Что, где? Ну, я тебе кое-что покажу. У меня на самом деле не один дом. Да ты шо? Ну, да, я богатенький. Не вы. Не вру. Пойдём покажу. Айда. Пошли. Пойдем за мной, я тебе, короче, сейчас покажу. Ты, да. Короче, пойдем, я тебе покажу, у меня не один дом. Ты где? Стой. А, вот все. Пойдем, я тебе покажу сейчас еще один свой домик. Ну, это у меня, видишь, такой фонтанчик с изумрудиками. Фонтанчик. Я кину сюда, чтобы вернуться. Да, вот. Да, кинь копеечку, чтобы вернуться. Еще одну кину. И еще одну кину. А давай... Ну, остаков кину. Все. В общем, давай я тоже кину. Кидаем копеечки. Все, пойдем, я тебе покажу. Смотри, это моя смотровая вышка. О, еще один фонтан. Надо шевелнуться кинуть. Да, еще один фонтан. Все, я кинул, надо шевелнуться. Ну да, вернемся. Пойдем, поднимайся. Айда. Смотри, какой вид. А! Че ты, упал? Да ё-моё! Нога болит? Нет. Ладно, так вот, ну видишь, смотри, вид тут такой, все. Тут еще один фонтан. О, еще надо же кинуть копеечку, чтобы вернуться. Так, стой, а я возьму и тоже кину. Ты забыл мои копеечки. Теперь не вернусь сюда. А я вернусь, а ты нет. Все, я кинул тоже. Ну ладно. Пойдем дальше, пока мы все. Пойдем, ты где? Я сзади. А, вот все, давай. Как ничего ты... себе! Ну да, смотри. Пеня какая-то. О, еще один бассейн, надо, чтобы вернуться, кинуть копеечку. Давай. Хватит мне копеечки тут кидать. О, еще один бассейн. Копеечка, куда это не кинула? Бассейн, это фонтан. Ну какая разница, я уже путаюсь. Смотри, ты не знаешь. Ничего себе. Да, стой, подожди, я сейчас... Смотри, какой дом. Стоять, это ограбление. Как тебе дом? Это ограбление. Стой, сейчас я к тебе подойду. Ограбление.
Не подходи ко мне, а то я застрелюсь. У меня телепорт у тебя есть. Давай. Короче, вот такой вот домик, смотри, я сейчас зайду. Ты где? А, смотри, давай я тебе все покажу. Эй, лук убери. Я сейчас скальпель достану. Ограбление. Лук, сейчас между газу, сейчас между газ стоим. Я сейчас, короче, это... Скальпелем. Скальпелем по лифу, поэтому я давай. Я на крыше у тебя. А? Я у тебя на крыше. Давай, слезай. Слезай, давай по очереди покажу. Смотри, стой. Ты куда? Ничего себе. Ты олигарх. Ну, есть такое дело. Есть тут у меня телек плазма. За миллиард долларов. О, классно на кресле сидеть. Да, я тоже сейчас здесь сяду. Стой, я стоял. Так и здесь. Застоял, да. Диван. Да, диван, смотри, я тоже сяду. Кофейный столик. Короче, смотри, тут у меня часы показывают, который час. Тут у меня... О, уже 12 часов ночи. Ночи или дня. Смотри, как тебе, смотри, у меня балкон есть. Че часы опаздывают? Джакузи! Где тут? А, да, смотри. О. Кайф, да? Угу. Смотри, тут... Я опять у тебя на крыше. Зачем? Слезь. Это случайно получается, это пошло сюда. Так. В общем, давайте еще покажу еще немного. Смотри, тут у меня вот вверх, второй этаж, тут очень удобно. Так, хватит телепортироваться. Смотри, есть еще первый этаж. Стой. Так, все, хватит. Смотри, тут у меня барная стойка. Стой. Ну не. Ого! Так, выходи. Я сейчас вот так вот сделаю, чтобы ты не зашел. Все. Дверку закрыл. И как ты. Да, все. Смотри, тут у меня барная стойка. Тут скрытый проход есть. Да, барная стойка. Дорогие друзья, смотрите, лайфхак. Стой. Входим и выходим. Входит и выходит, да? Входим и выходим. Лайфхак для всех, да. Да. А хочешь, я тебе кое-что дам? Смотри, что у меня тут есть. Я не вижу. На, попробуй. Сейчас я выйду. Что такое, не работает? Водка! Это не водка, это кофе, на. Пей кофе. Как быть бодреньким. А что оно у тебя розовое, а? Оно не розовое. Я решил. Это у тебя розовое. Это покушение на убийство. Это такое это малиновое... Это покушение на убийство. Это малиновое кофе, ты чего? Так, я друзья, меня Глеб хочет тут убить. Нет, я тебе дал малиновое кофе, а если будешь такое говорить, то это не правда это. Ладно, короче, пойдем. Я пришла клубничное кофе. Ладно, я короче, выбил все в сундучок полоху. Все, сейчас я. Убийца. Сам убийца, все. Пойдем я тебе покажу еще одну прикольную штуку, стой. Кирилл убийца. Дверки открою. Давай, я тут, короче, подземный, это не тайный ход, это такой отдых. Отойди. Открой. Отойди, тогда открою. Как я открою, ты стоишь тут. Вот так, смотри. Ну что ты прыгаешь? Ну, вот так вот, все. Давай в бильярд поиграем. Давай. Сейчас я это, короче, как загоню. Оп. Ну чё, как тебе домик у меня? Класс, вот это дом. Я тоже себе такой хочу. Ну, не знаю. Если будешь это хорошо себя вести, вот я тебе помогу построить. Я так красиво строю. Ну, я не знаю, лично я... Напишите, друзья, в комментах, как вам нравятся вообще мои постройки. То есть я могу снимать и на видео, то есть у меня на канале есть пока что немного видео по постройкам. Если вы хотите, чтобы большинство построек, которые я строю на серверах, я снимал, пишите в комментах. И тогда вот эти постройки я буду снимать, как их построить. То есть вы себе сможете построить такие постройки, и будет все супер. Чё ты стал? Пойдем я тебе кое-что еще покажу. Сык у меня клан. Где? Пусти в чат. Не, у меня чат отключен. А. В общем, смотри, давай я тебе покажу. Смотри, у меня тут вверх есть такой, можно отдохнуть, типа диван. Где диван? Нету здесь дивана. Есть, вот тут. А,
А, да. Их вот тут. О, телевизор. Можно посмотреть там мультики. Ну, я немного вырос из мультика, поэтому я смотреть не буду. Смотри, у меня тут рыбки есть. Конечно, я тоже вырос. Ну вот. Кстати, смотри, у меня аквариум. Я просто фильмов не знаю, я не, ну, не знаю название. Фильмы знаю, но название фильмов не знаю. Как тебе аквариум? Смотри, тут вообще он дорогой. Что это аквариум? А что на полу стоит? Нет, вот, сзади тебя. О, аквариум. Смотри, какой крутой. Я его забыл. Достань мне рыбу. А? Достань мне рыбу. Да нет, это зачем? Они декоративные, они съедобные. А, достань мне рыбу. Ну если ты это богатенький, как я, мог себе купить, я купил. Пока все едные, я все ем. Но эти они такие декоративные. Там и есть нечего. Я даже ем сырую декоративную рыбу. Достань мне рыбу. Достань мне рыбу. Где рыбу? Ну ладно, я тебе сейчас не знаю, я тебе сейчас... Смотри, что я твоего достал. Ого, а, так ты достал? Да, я рыболов. Ну, можешь попробовать, но она несъедобная, она декоративная. Так, а что она ест? Ну, я говорю, она декоративная, она не для еды. Сейчас я тоже поголодаюсь. Ладно, давай, стой, ты где? Я бегаю. Нагуливаю себе аппетит. Ну идем, пойдем, я тебе пока. О, я знаю, где ты можешь нагулять аппетит. Пойдем, смотри. Класс, бомбочка. Да, бомбочка, в который раз, да. Вообще, как тебе? Ну, у меня тут есть достаточно такой прикольный бассейн. О, все, нагулял аппетит. Я могу стоять. О, я декоративную рыбу съел. Ну как, вкусно? Ой. Эрика, надо воды попить. А, так чё, рыба... Всё. А, ты чё, из бассейна прям выпил? Да. А что нельзя? Джакузи! Да уже не важно. Уже выпил, так что уже по-любому можно, нельзя, всё. Кайф, да? Ага. Сейчас. О, теперь это джакузи. У меня вода такая, смотри, чистая. Смотри, я тебе сейчас покажу еще одну, смотри, видишь? Помнишь, у меня тут это была парилочка? Ну, в моем предыдущем домике. Помнишь или нет? Нет, вот... не помню. А, ну да, я хотя не этого. А, да, я хотя не за. А, ничего. Это, короче, видишь, парилочка у меня такая есть, да. Угу. Класс, банька, парилка, и все. Смотри, я вообще... Давай поближе. О, а хочешь, я тебе, ну, ты вообще любишь страшные истории? Да. Точно? Да. О, а хочешь, я тебя напугаю? Спорим, что я тебя напугаю? Давай. Ну, короче... Ну, это ты шу... Страшно. Не, я еще не рассказывал, Ну, короче... Жил-был... Ну, короче... Страшно, я уйду отсюда. Стой, не уходи. Я здесь толчу, а я в блоках застрял. Смотри, выходи, давай. Я застрял в блоках, как я выйду? Ну, давай этим луком телепортера. Давай, я тебе руку еще подам, давай, вылезай. О, все, спасибо. Так вот, послушай. Ну, короче, один раз пришли... Я застрял. Так, перестань. Давай мне руку подай. Давай, даю. Давай, вытягиваем тебя. Давай, помогай. О, видишь, вытащил. Все, хватит. Так давай я послушаю историю. Короче, один раз пришли ко мне. Я такой себе сижу, отдыхаю дома, никого не трогаю. Тут слышу на улице, на дворе, там, где у меня фонтаны, вообще красота. Шум, гам, громко, все такое. Ну я думаю, что там творится? У меня так тихо, спокойно, я себе отдыхаю. Так, ты что делаешь? Ты что в лампу? А. Ну, ты слышишь меня или нет? Ты что в лампу? Так, перестань. Да хватит! Я случайно, я в крышу нечаянно ушел. Так вот, дослушай историю. А, да, заходи.
Да, да. Так вот, нет, ты дослушай. И они пришли, они, короче, ко мне друзья пришли. И они начали меня доставать, типа, давай, приглашай нас в гости, нас, короче, такое. Ну, мне на это надоело. У меня там в доме парилка была. Я их завел в парилку, там, закрыл и убил. А хочешь, я тебя приколю? Самый страшный момент, готов? Угу. А, короче, я сейчас решил такой номерок повторить. Ты как раз, дверка у меня закрыта. Да ё-моё. Да ё-моё, ну я сейчас скальпелем. Как тебе? Я так просто не сдаюсь. Да ладно, это реально... Да ё-моё. Да это история, это... Ладно, ладно, выходи, выходи. Это типа была... Страшная история, типа шутка. Я пошутил. Я уже давно вышел. Я уже давно вышел. Я над тобой пошутил. Я над тобой пошутил, типа. Не, ну на самом деле такое реально было. Подписчики-то вспомнят серию. Ну, в общем, как тебе. Давай я. О, хочешь печеньки? Что хочешь? Печеньки. На. Нет, не хочу. Зачем мне твои печеньки? Почему? У меня все друзья. Ну, там яд. Какой яд? Как я тебе могу яд подсыпать? Чё это такое у тебя? Завещание. Ну ладно, это до настоящие бракованные песенки подготовлю, раз ты уже завещание пишешь. Да ладно. Я просто этот, подтверждаю свою личность. А, ну подтверждай, подтверждай. У тебя такого нет, у меня есть. Ну как, он написал завещание? Нет. Ты шо? Я ж не такой. Ну давай, дописывай. Так. Давай, дописывай. А я, короче, все. Ну, короче, я поздравляю, ты у меня это на мушке. Поэтому у тебя нет выбора. Давай, дописывай завещание и все. И я нажимаю на клоук. Смотри. Дописал все? Нормальное? Смотри, смотри, смотри. Смотри, как она называется. Паспорт. Ну, вообще-то это подделка, ну ладно, на. Как это подделка, это не подделка, это мой паспорт. А, ну ладно, на. Я тебе сейчас... Кстати, у тебя голод есть? Нет, Евгений. А? Нету, да? Отравленный картофель. Да, на. Ну ты сам завещание писал, так я думал тебе помочь. Хабановка наверняка писала. Че такое? Где подделка? Смотри, паспорт, Friday Game, 14 лет. Да я тебе говорю, это подделка, все. Это не подделка, это... Ну, не знаю, можно поспорить. Подписчики напишут подделка. А у тебя нету паспорта? Вообще, так что? А, у меня нету подделки. У меня паспорт есть, а подделки нет. Нет, у паспорта. Ну, покажи свой паспорт. А он у меня далеко лежит. Да. Нет у тебя паспорта. Так, есть, я сказала. Нет у тебя паспорта. А так, смотри. На, даю. Можешь пользоваться. Ну, ты смотришь, да? Есть вообще-то. Понял? Ну, ты смотришь, да? Понял? Нет вообще-то. Ну, нету вообще-то. Ну понял или нет? Нет, не понял. Понял или нет? Понял, я тебя спрашиваю. Нет, я спрашиваю. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это лук слепо у тебя. А все, значит, ты не тот лук взял, у тебя нет лука, у меня есть. Что будем делать? Нас не догонят. Все, вот что я буду делать. Да ё-моё, ну, ты сделал. Такой, знаешь, чисто тролль. Нас не догонят. Где ты? Нас... Так, ну вообще-то мы догонялки играем, а не эти, а не порядки. Нас не догонят. Нас не найдут. Да покажись! Блин, я вообще в другую сторону начал идти. Опять к тебе. Ладно, пойду. Нас не догонят. Не догонят. Глеб не догонит. Догоню. Не догонишь. Паспорт, видите ли, ему не нравится. Ну да. У самого-то паспорта нету. Есть. Нету.
А давай так, а давай, ну, паспорт означает взрослость, да? Да, у тебя нет паспорта. Давай проверим, кто из нас взрослее. Давай в следующей серии мы устроим ПВП и посмотрим, кто из нас настоящий мужик. Изи. А кто малой? У нас уже было ПВП с тобой. У нас уже было ПВП. Да, ну, я вот... тебя на изи убил. Ага, ничего ты там не убил, видео есть. В общем, дорогие подписчики, вы сами видите, что у нас происходит. Короче, давай, когда... Давай по ПВП-шимся и... Выясним, кто малой, а кто не малой. Тут сразу все понятно, Глеб. Тут сразу все понятно. Здесь сразу все понятно. Ну да, с языком... Говорить это... Языком работать может каждый, а показать ПВП-мастерство не каждый. В общем, дорогие друзья, я думаю, все поняли. Мы хотим на следующий раз проверить свои навыки ПВП, немного повысить практику ПВП, поэтому в следующей серии, если это видео наберет 10 лайков, мы пойдем ПВП.